Здравствуйте. Вы вернулись как раз вот в то место, где все происходило когда-то, да? Да. Это самое вот то, о чем я и говорил. Ну вот, видите, как бы, я же вас не подвел с коллегами, почему пригласил, чтобы вы почувствовали, что мы теперь не сворачиваем, как это раньше вот происходило, к сожалению, да, а разворачивать наоборот будем. Возможности. С апреля этого года здесь ничего не было. Это были голые стены. Ну, сейчас представляете, видите... там вон дальше же у нас есть цеха. Ну да, там 14. Аналогию можно посмотреть. На сегодняшний день, ну, видите, мне кажется, что получилось все не так плохо. Это молодцы. Что можно сказать? Здесь просто решиться на это просто молодцы. Тем более это уникальность производства, но надо понять, не так все просто. Ну, будем так говорить, это лучший продукт, будет на сегодняшний день представленный на рынке, то есть его теплоизоляционные свойства самые лучшие, то есть нет ничего лучше, то есть вот это так. Минеральная вата, полистиролы, да, они проигрывают нашему продукту. Да. Он легкий, мало того, в ряде обкладок он будет проходить по Г1, его можно будет использовать в очень-очень широком спектре. Да. Мы надеемся, конечно, это мягкие кровли, большие мягкие кровли. Также мы надеемся попасть не только в штукатуренные фасады, но и в вентилируемые фасады. У нас есть, да, у нас есть наработки, то есть это специальная облицовка, тогда, когда покрытие этой облицовки используется вспененный графит. Да, это вот то, что используется в красках, которые защищают металлоконструкции. То есть при попадании огня он начинает расширяться и не дает распространению и движению огня. Это готовый продукт. Готовый. Это наша доска. Это вот так будет выглядеть? Да, это она так и есть. Мы сейчас увидим, как она произведется. Это можно вместо утеплителя дома вшивать, да? Конечно, это идеальный утеплитель. А мы сегодня ищем, вот сейчас искали дворец спорта, не знаю откуда привозили. Мало того, этот утеплитель, он не гигроскопичен. То есть в него не попадает влага, соответственно, он не накапливает влагу. Да. И он не термоплавок. Даже если произойдет, не дай бог, какой-то пожар, он не течет так, как текут XPS. Да. Сколько здесь он хочет? 16 тысяч вообще. Разделенные, да. Где-то 8 тысяч. Вот это 8 тысяч, да. Прилично. То есть здесь, да, идеально расположилась машина. Мало того, узким местом у этой машины является резка. Именно резка. И мы запланировали установку второй линии по резке и по упаковке в будущем, тогда, когда мы нарастим эти объемы, сможем увеличиться. Если сегодня мы сможем сделать 400 тысяч кубометров, то если мы поставим вторую линию резки и упаковки, мы будем делать, ну, до 1 000 000 кубометров в год. Очень надеюсь. Кубометры, Валерий Васильевич, 400 тысяч кубометров, 6 миллионов квадратных метров. Представляете, какое производство? 6 миллионов квадратных метров. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ветераны. Вот не случайно сегодня мы попросили, чтобы вы посетили и поучаствовали в данном мероприятии. Это высокоинновационное предприятие, но нам очень важно, что это мировая технология, пятая в мире, пришла именно сюда, на Саратовскую область и впервые в Российской Федерации. Вот это надо понимать и этим надо гордиться. Если мы не будем вот так вот подробно все это рассказывать, у нас подумают, что это все с неба падает. Ничего с неба не падает. Идут туда, где есть доверие бизнесу, где есть доверие инвестору, где есть доверие власти. Вот это все, когда работает, тогда туда идут люди и рискуют вот таким производством, учитывая все санкции, которые сегодня есть. Но предприятие здесь, предприятие итальянской технологии. Сегодня компоненты, конечно, они мировые поставляются, но задача стоит у инвестора со следующего года приступить к разработке, чтобы максимально все компоненты были произведены на территории Российской Федерации. Вот это очень важно. Поэтому я сегодня хочу поздравить всех нас, всех жителей Саратовской области с очередным в этом году открытием нового завода. Давай, поехали. Держите, не надо. Поехали. Вот сюда. Вот, пошла.